Друзья, всем здравствуйте! Сегодня играем в пати с Амором и оба рандомим героев в самом начале. Два чемпиона стримерских турниров так-то. Как будто они не могут проиграть. Приятного просмотра. Да, не повезло просто с ребятами. Да, ладно, всякое бывает. Там выиграли, тут проиграли. Рандомит, что-то там вот это. Ну, кстати, вот это одобряю максимально. Го, вдвоем рандомним. О, ты его нам взял, молодец, молодец. Как раз хотел попросить. Ну чё, позади фулл фокус. Какие твои дальнейшие шаги? Ладно, давай травыч. Травыч, дай-ка мне мид, пожалуйста. Ой, не знаю, не знаю, давать или не давать. Учитывая, что я и так там не стою. Пожалуйста, дай мне мид. Ладно, давай. Видишь, ты меня там нет. Кэрри, вариант, пацаны, кэрри. Это... Крипов, ты очень плохо отыграл, честно, на СК. Амурыч, погнали, рандом. Пока так под кайлы нулевой. Мужик, отстань, просто я героя рандомнул, пошел в мид на чили. Ты там потеешь, я не знаю, просто 5 ведер, наверное, вытер. Это прошлая катка, в этой катке ебашим. Full focus, так сказать. Легко. Да не-не, а чё, хардовый сларк нет, как Амар за F? Слушай, я чувствую, ему прям просто уничтожим. Так, что берем? Что делаем? Заплевываем, правильно? В нулище всех. Все, фри для нас. Парни, просто ваши линии, не проиграйте по-братски, ладно? И все, изи катка будет. Слышал, братья, давай, ебашим. Так, нанести урон, азертоксинг по двоим. Из инвиза. Ну, азертоксинг по двоим как будто бы изи. Погнали. Сейчас ответит пацан. Ладно, фантомку беру, похуй на свой страх и риск. Ты в пати, да, со Сларком? Этот? Дазл, да? Я с фантомкой в пати. Я вообще-то ни с кем не в пати. Ты зачем ты сливаешься? Очевидно, что ты в пати. Нифига на Дазле хитрый какой. Ты меня слышишь, травосамец? Да, это я. Как будто легкая, на самом деле, каточка, вам так не кажется? Маман, немного фулл фокуса, добавь в катку, пожалуйста. Понимаю, пойти. Куда дальше-то? У тебя уже там фулл фокус. Ты за нас пятерых потеешь. Хотя бы за четверых, но, блядь, за пятерых нет силы. У меня еще тинкера потная была. Ты стримишь сейчас? Кто? Алло, Травоман. Алло, тинкер. Я? Не-не, его тут нет, это еще тебя там не было, брат. На тинтере обиделся. Чего такие этот нежные-то все ребята? Как так? У меня вон тройка рандомит Сларка, я же не возмущаюсь, ничего. Готов как бы стоически перенести этот момент. Рандом не показатель. Мы с тобой уже, кстати, линию выигрываем на 150 метров, если что. Ребят, а что делать со слотами? Кайфовать, жамкать. Смотри, катка обещает быть веселой. Он в Рубика дерется, нормально все. У нас тинкер еще на вас. Три катка, пацаны. Может Роману выиграть. Ребятки, мне нужна помощь, давайте, да. Ну-ка, собрались все. Сейчас все дисконнектуются, кроме фантомки. Заходят в Steam, ставят свой ник плюс надпись Full Focus и возвращаются обратно. По-другому у нас не получится это. Сколько у тебя ММР было максимум? 8800, мужик. Добирался когда-нибудь до туда? Я даже до 7 не добирался ни разу. А говоришь Full Focus, ё-моё. Так, чё это берём? Берём. Это сюда. Снираешь. Первый скилл дал. Восемьсот купленных? Нет, он нет. С первым скиллом. На этом КД. Аккаунте. На течи поднимали. Первый скилл КД? Ебашим нахуй его. Я делаю вид, как будто... Давай. Нормально?
Амор. Догоним, догоним, кинжал дам. Добьешь? Да, да, да. Фангусь. Давай, изи для тебя стак. Фри-фри для нас. Че, топорик куплю, наверное, да? Давай. Команда. Тра надо понять, попроще будет сразу. Выхожу. Мы хорошо стоим. У них так-то имба патча на хурёне. Можем размять их. Замнём, да, разомнём. Ну-ка, статов немножечко наберем. Медвезгуч, здравствуй. Сколько лет, сколько зим. Привет, привет, спасибо за 150. Пусть залетит, будем драться. Спасибо за мордочку. Я сейчас отпулю, у меня там дабл пачка. Блин, я не догоняю его. Лаки. А, я понял. Одна из сильнейших композиций современности взлетела. Это про нашу команду на стадии драфта, что ли, получается, или что? Ты там что, душишь, нет? Жестко. Я эту пачку тоже отпулю, осторожно. Ай-яй! Парни прям под вышку убивают. Никого. Да пиздец, как так они вас убивают? Жесть, ты кому дал Poison Touch? Го бьем. Как догнать-то его? Почему он такой быстрый? Начни свой набить, начни. У него еще лотус и два стика. Не нашел. А мне, блять. Ты же ботал, нет кайфа зарефилить? Не, у меня там страдает. Все, у меня третий, сейчас Свена просто буду пробивать жестко. Можем его даже, мне кажется, по этот. Да. Убить. А тебе танго. Может, для этого? Почему? Давай, давай, давай. Они с тапками оба. Не оба, кстати, столько всего. Последнего все равно без резов. Но они не подходят к крипам. При фарме. А че он такой плотный? А, у него 13 брони. Интересно. Че за это самое, я не понял. Не те деревья. Такс. Ребят, снизу противник вообще не фармит. Если у вас все нормально, фрикатка для нас. Если нас ты называешь противниками, то да. В смысле, у тебя, ты какую пачку подряд уже закачиваешь, алё? Я же пацаны опять тельтанут, как в прошлый раз. Начнут АФК писать с пятой минуты, потом солью. Не, здесь антитильт команда. Это хорошо. Ну, у нас full фокус в команде, да, тоже приятно. Я взял всех, кто хотел в противоположную, если чё. Меня размутает Равыч, слышишь? Да почему решил, что он в муте, я не понимаю. Он меня сам замутил, что ли? В муте? Ебать, я думал...
Че, го накажем за понты вот эти вот. Бля, лайн тяжелый, пацаны, пиздец. А вышка? Что-то вышка меня. Что-то здесь вообще много народу, я бы сказал. Курьера, курьера. Рубика нет. Рубик внизу. Все у нас, ребята, все да, у нас. Да, его не пробьем. Да, мне тоже кажется. О, хорошо, фраг оставил не этому. Такс. Так, ну их много было, ребята. Че, надеюсь, вы там дышите. Это бро. Это прайм лупуха у нас. Тогда давай смещайся сюда на дазле. Пошли душить. Мы очень боевые со Сларком. Сейчас мне прилетит. Нормально, нормально. Фармим куропаточек. Пошел за рунной мудрости. В топе тоже заберите рунную мудрость. Так, давай это сюда. Прифуриончик для нас. У тебя сол, наверное, оставлю на П. Ой. Катку у тебя. Какая же халява, ребята, да? КД. Фуриончик умер. Сегодня... Блин, я его пятый получить, конечно. Тинкер, ты что себе позволяешь? Чак на фул фокусе, а ты ему этот предмет и кликаешь? В боте Рубик топ. Только на топ, возможно, с руной. Грызть. Я здесь, я здесь. Давай, я давай, давай. Алманки. Ребятки, ассистенс. Ну тут свои приколы. Ребят, изи, изи для нас. Яй-яй, вот это он реально. Работаем, работаем. Работает. Можно с медалькой чуть этот? Мана, да. Ой. А куда паузим? Лагает, лагает у моего товарища. Фура, фура. Лаги? Ура. Крест! Там крест! Там еще, там развернись, развернись, там блядь. Что я развернусь? Ты что, русского языка не понимаешь или что? Нет, скажи, отставай. Что за быдло на тинкере? Давайте все его осудим. Кто это вообще? Ты что себе позволяешь, алло? Так, что берем? Не смеешь общаться, не открывайся. Ребята, ребята, у меня просто тестостерон зашкаливает. 4000 ранг, 4000 ранг, закрой его. У тебя-то? Обязательно. Ты что себе позволяешь, быдло? Пойдем ему все репорты накидаем, ребята. Брат, брат. Ой-ой-ой. Без обид. Да там в голове пусто. Я не посмотрел, без обид. У него скрипт сломался просто. Есть плюс, есть плюс. Ебут, ебут, ебут. Травыч, травыч есть? А, блядь, ТП. Ребятки, бегу, но без ТП. На плюс морали бегу. Что? А чё меня тут видно? А, вот тут стоит, он достает до сюда. Чё, навряд, нет? И сижен где-то, по-моему, я сейчас сниму сейчас. Ел я за столом. Вот до сюда он достает. Ну вот до сюда может, да. Оккульт браслет.
Манориен приятный, кстати. Чем не откажу. Так, это взял, это покупаю. Потом магазин после пиги, наверное, да? Шестой, Сильвероганим. Чё-то нас как-то это щемит, да, немножечко? Hey. Молодец, шлепок. Туда их. Рубероид идет. Да все еще и прайм идет на. Бля, каточка тяжелая, пиздец. Ну ты на фокусе на ней есть? Да я на фокусе, брат, но молодец, молодец, давай. А чё у тебя пустота? Стоп, видишь, нет вообще. Где они? Продал. Морыч, видишь, если бы ты с Ларка не пикнул, все у нас лейта нет, считай. Товар стоит. Больно. Такс. И потише. Так, так, так. В, спасибо за 750. Спасибо за поддержку. Ставлю 5 песенки шанс. Справедливо закидываю 750 рубасов. Хорошего просмотра стрима, прослушивая легенд. Спасибо большое. Только, ребят, больше 5 не надо, а то это самое. Помню, как-то раз поставили 2 часа киша. Как бы я ничего против не имею, но некоторым было прям тяжело слушать. Музычка это самое. Когда не совсем не разнообразная, конечно, тяжело воспринимается. А так, спасибо. Спасибо огромное тебе. Хорошего вечера. Благодарочка, что поддержал. Эх, а я шел сюда снимать только. Че, гостакнемся в пятером, ребят, поехали, не наш. Бегу вперед. Не отпускать можем? Ларк с ультой, Свен без ульты. Дальше, дальше, ребята. Вот он, Годзиллу, 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 Годзиллу! Соло. Стан, стан, вивер. Ой! Не знаю, кунг АФК походу. Ни крест, ни торрент, ничего. Так. На фуре вылетел. Этот за руны опыта поехал, окей. Я бы Драгон Лэнси брал первым. Дальше я бы, наверное, второй качал. Можно было фармить оперативнее. Живу, 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 живу. Я нажал, что было. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Трудно пока что. Тяжеловато деремся. Есть плюс? Фариона. А, там еще есть Свен. Decision снимали, да? Ну-ка я чекну. Ручкой. Ребят, они давят вышкой. Я лечу, лечу. Рому. Блин,
нужно, блин. Вот этого го убьем. Снэк, 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 снэк. Догоняйте, догоняйте. Паунсы будут какие-то? Давай, 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 братиш. Давай, давай, давай. Как же легко, ребята. Че здесь? 15, 24. Второй по максимум. Тут Сендрик, что? А зачем ты мешаешь мне? Это снял, хорошо. Капец, у него монокод даже не увеличивается. Очень неожиданно. Защититесь с БФом, дайте покачаться нормально. Шиву добьет. Че, ребят, деремся в топе, нет? Там фреймворка давит. Пока, давай пока покачаемся чуть-чуть. Там... Думала они. Пусть подвижку идут. Раз. Порвнимся с кайфом. Ой. Неудачненько получилось. Зафиксировали меня слегка. Погнали в пику. У скрипача. Здравствуй. Чуть важнее фарм, да, чем фарм против. Че, бот что ли отдаем? Первый это два наши. Поехали сюда. Так. 30 тиртейч, спасибо за 100. Поспорю с другом на личность пульс жаж, что не вырываю катку. И он был счет 35-2. Нифига себе. Ну это жесткий, конечно. Процесс. И выиграл, получается, да? По доте 2% на победу. Теперь торчить мне личность. Как тебе передать-то? Ее же нельзя купить вроде бы. Он тебе аккаунт с личностью подгонит или что? А так, поздравляю, конечно. Победа всегда приятна. Тут ВР-ка без ульты. Сам, зря помогаешь мне. И с Vision, наверное. Фурион, ребят. Есть помощь? Бегу, бегу. Ну только ты показываешься. Готов? Все, он не пойдет, он не пойдет. Они шо? Идут туда. Гобек, гобек, они сюда идут. Смотрите, смотрите. Убил ТП прайму. Легкий для нас. Хорош, хорош. Ебаться пока сейчас. Да как они его находят там, ёпрасы-то. 18 коррозии скин, урона. Снижение резиста 5% от поизона, так. А вот так вот сделаем. Топ теряем, да? Ну ладно. Грохочет гром. Сосиска, спасибо за 150 за трек. За поддержку. Я тебя услышал. Чек, ну сейчас если умру. Че там как? О, Форвар Янг там Кишу радуется от души. Это красиво, красиво.
Вот, чекну, чекну, ник. Окей. А чё тут везде варды стоят? Да там вообще, я говорю, киберспорт, как обычно. Мы с тобой вроде просто катку запускаем, а тут одни киберспортсмены. ПТС такой, не детский, конечно. О, серьезно, ребята, здесь, ну, да. С таким уровнем нам на легенду надо. На легенду 3-4 плюс-минус. Да лабою. О, дурак. Отстаньте! Мне кажется, они тебя хейтят. Ты никому дорогу не переходил? Ты забираешь. Ребятки, надо дефать базу. Можно задефать, то мы выиграем игру. Так вот этот уже умер. Бэтсвен, это только Бэтсвен. О, пошла дота. Да, все, выигрыш. Ребят, как же легко, ё-моё. Будь мужиком, 100 в килл. Чтоб пассивочка. Ну чё ты? А, я думал, ты хочешь, чтобы он мне оставил. Я уж почти это сам поддержал твое возмущение. Мой драмоман хотел мне по-любому дать, чтобы я быстрее камбэкал и все. Ты типа любишь легкие катки или чё? А можем этого забрать? Фантомка. Так, чё, гоним? Вар, кстати. Так на фидере жестко, все, тинкер. Антомка, можешь курицу вот сюда поставить? Да мы им просто этими пиками пыль в глаза кинули, они расслабились. Да я тебе говорю, когда ты рандомишь, ты априори плюс 300 нетворса на линию приходишь. Мы не могли проиграть эту игру, понимаешь? Ну что-то не окупилось у нас на линии. Так только из-за этого и не слили, в смысле? Ты же получается компенсируешь возможные проблемы. Шарди хочу. Максимум эффектов плюс 3. Едем заряженными кнопками. Бежим. Блин, нельзя тимкеру умирать. Дэвид, ребята, все, он умрет, конец будет. Да че же все время на негативе такие, ребята. Идите, ребята, я не могу ТП нажать на вас. Будем умирать. Очень легкие парни. А можем этого забрать? Мешал. Ты потише. Слушай, это что, смурфы получается? Так, че кого куда? Вырочку вижу. Дронгера. Смешно, что я сейчас свой, это сам игнорж. Надо подуйте. Чё прикупить такого? Сильного, сильного. Хочу с РНЖ настреливать просто и делать это больно. Какую-нибудь МКБ-ху сразу затарить здесь, все. На мужика. Мужицкого. Герой такой медленный, конечно. Неспешный. Человый. Ну да, гоним тут неохота. Шар тоже так себе. Поехали сюда, сбегаем. Так. А вышел. Надо, походу, под Рошана. Что, плечо? Вот этого заберем. Вайпера? Не-не-не, парни, да. Не мешайте качаться, пожалуйста. Противники и так меня позабирали. Не, ну вдвоем мы не потянем уже никак. Регистка магии. Нужен, да, понимаю.
Плюс 15. А смысл-то есть, у меня и так резиск магии есть. Он идет. 40 к минимальному урону, как будто бы очень круто. Два раза увеличивается минерон. Ошибка, мы проебем игру. Не ошибаться. На фул фокусе там получается, да? Там не ошибаться, надо было на Рошана пойти. Там умрем. И надо его контейтить в топе. Сейнт, спасибо за 150. Спасибо за поддержку, но только этот, музычку надо ссылкой я ставить, а не вот так. Я же это самое. Окей, во время катки тебе поставлю. Там же есть специальное поле для этот постановки ссылок. Перерыве постараюсь поставить, если не забуду. А так, ребята, там этот... Один. Процесс на всех, так сказать, унифицированный. Че, под топ идем? Поехали, развалим их там все. Давайте, ребят. Ладно, давайте не будем. А я сразу делал плохая идея. Вот зачилимся. Да, я снизу. Беру и пойдем убьем кого-нибудь с тобой. Сильвера, дашь ему тычку, он умрет, поезжай. А он видишь? Какой-то повершот прилетел, аккуратнее. Грязюка там в виду. ТП Рубик нажал, ТП Рубик нажал. И все, там трупа. Рубику ТП добил. Кстати, есть тинкер. Нормально, нормально, спайсанули. Не надо тинкера сюда лететь. Там, там ГДС КД, ребята, прожатый, зачильтесь. ГДС, чел, и после ГДС убьем. Задолжить кнопки их нажатые, парни. Папа, сейчас чел, вот этот умрет. Прикольно, что гарпун убивает тему. Парни, какая же легкая, ребята. Да, да, это мы с тобой зафорсили, давай, если давай, что. Работай, паунс, паунс. Че, брат, че боишься? Фантомки есть пара ебаную вопросов. Бояться было чего? Давай только дзилую. Yes. Не туда поехал, как будто. Гал, ты травы чего? Чуть-чуть. Легкий, легкий. Понимает, за кем сила. Урон коррозива. Давай. Почти МКБ-ха готова уже. Не знаю, вайпер такой сильный перс. У меня даже слотов-то не было. И сука демеджа, сука импактыча. Ой. Дузлик умер. Ловить их. Ладно, я шар сам купил уже. Кстати, вот че-че на вайпере как будто бы вообще нет смысла менять эту штуку. Типа я бы вот это носил, если честно. А с Венс Инвизом нет. Даже без блинка, кстати, ёп, красота. Че, без БКБ будешь на фантомке? Мама говорила, против Свена покупаешь бафер БКБ, и ты всегда выиграешь дот. Слышал тебя, родной. Говорила, что Ваним делает еще. Не, тогда еще патча этого не было, когда она играла. Че дальше, Скади? БКБ? Инвиз. Ну, тут Сентрик стоит, я помню, он ставил. Ломал наш. Реально вот это возьму, пожалуй. Все вместе, конечно, деремся, но подрался. Шар я такой, себе, более-менее спорный момент. Главное не Фуриона, чтобы он вернется на, всегда на телепорте с байбеком. И сейчас ДДшка какая-то, и все, идем. Оставьте, я возьму. Войду у них. СМКБ этот. Я с МКБ и готов порвать кого-нибудь. Можем смакануться. Давай. Топка. Смотрите. Без БКБ, без всего. Наш. Я, легкий перец. Вот эй, без Виндрана, сейчас прыгну на нее, ребят.
достаю, блин. Ты должна умирать просто от магии как будто, да? Нормально. Вы их, парни. Все линии прям откушу. Легко, легко, ребят. Быстрее, можно подловить сейчас? Бежит Свен. Я топ толкну. О, это Свен, это Свен. Идешь его убивать? Да, Свен. Дай форс на тебя, подойди. Свальник. Че, фулл камбек получается? Скади мне нравится, ну да, наверное. Катя мид, ребят. Чтобы вообще не могли выйти, да, ребятки? Да и я потолще буду. Я же потом еще универсалом могу стать на 25-м, что я сделаю обязательно, если я до него дойду. Го пушить, парни. Че, не толкаем, что ли? Свен мертвый. Право, че бьют. Форсен, Травыч, повернись, повернись. Нормально, нормально. Капец, пространство выдали, да, ребята? И этот еще умирать должен. Ой, как легко, ребят. Я выиграю с челами, которые нажимают рандом вдвоем. Жесть. Ты прикинь, насколько мы жесткие получаются. Я не жал рандом. Я не жал рандом. Только чел на дадре нажал. Не если надо. Да, только я нашел. Подтверждаю. Маново ебать. Раньше было отрицание, уже принятие тебе надо. Эй, парни. Ну вот, отвлекли меня опять. Давай убьем его, я подойду, подойду. Давай, лупи их, ребята. Ну, хорошо, молодцы. Шлепок, соло. Лупи его, травау. Ой, свина, точнее. Кто свина? Поехали сюда. Ну, на вайпере чёрки побегали для разнообразия, да? Вполне бодренько. Мы на ХГ не ломимся. Фармить можно просто. Свена нет, забираем мид, ребята. Не теряемся. Ребята. Ульта капец скелится так-то, да? И без шарда, но я и так нормально наваливаю, на самом деле. Там пока двое в топе развлекаются, можем даже попушить. Да, давай, только отойди чуть-чуть, кто-то, чтобы отпрыгнул. Нам центря нужна здесь под ноги. Лив зафорсили. Центря пришла. Сейчас центрю вас к нему, можем Свена поймать просто, он же снизу будет прыгать. У него нет блинка. Прыгнуть. Ты осторожно. Я на реакции. Как раз проверю. Давай, еще отпрыгну на вас. Ой, блядь. А, я не успел. А чё, уходим туда? У меня бесконечный крест, помоги. Мужик, дерись. Интер, ты шо? А, мана нет, ё-моё. Это зря ты делаешь сейчас. Да не наши. Отпуш топ. Чуть не повезло, ребят, Верка цепила, блин. Да на развороте тинкеры, за мной идут. Крест чел не успел нажать. Хорошо. На праймал бестия за саппорт у меня, трава самец. Забатился. Ребят, что за Свен-то такой жесткий? Группа что ли? Yeah.
Че, предлагаю Рошана подождать? Скоро я тоже апну Титана, попаду с ним в одну катку. Осталось где-то 160 матчей без проигрыша. Слушай, давай, удачи тебе, Винстрикича. А Рошан, кстати, что там подстает? Давайте, уже? Ребятки, пусть нас тут будет много. Есть. Сейчас чекаю. Так, замедление урона от Poison Attack 25%. То есть станет 15% замедления и где-то 20%, 20 урона всего, да? Атак 80 урона в секунду от Viper Strike. Вард. Это считай полтора раза сильнее. Везде меня видно. То есть плюс 50% или плюс 25%. Но мы очень часто пользуемся Poison Attack, поэтому, наверное, я выбрал. Не хочешь травыч сделать? Чё? Кирасу не хочешь? Нет, меня маги убивают. Дота плюс, ребята. Покупаете, и все видно сразу становится. ПТС и летят вверх. Показано, откуда сока демеджа. А куда ты ТП нажал на фантомке, братик? Фармит. Рошан в топе мы стоит. Мы втроем его затыкаем. Го-го-го. Мы нажму плохо. Как бы это была не проебанная игра. Они залетят сюда и все. Не-не-не, у них нету даже информации никакой. У них никто не стримит. А, реально? Да-да, при Рошан для нас, ребят. Если в инвизе был кто-то, смог спал сразу. Побежали, побежали. Наказывать. Вон, Свен был. Вниз убежал. Тут вижу, да нет, главное. Капец, я долблю по вышечкам, да, ребята? Тинкеру ебут. Тинкера убили? Ваши... Гость несем, ребята. Гость несем. Бейте, они без ТП. Надо выйти полностью. Они без ТП, они вот здесь вот сюда. Свен вот тут бежал, резко тут оказался. Он без ТП должен быть. Это запушили хорошо. Подожди, Тинкер, Свен нажал ГДС? Да, нет. Понял. Ловить. 25-й хочу, универсала хочу, ребята. Не думал, мне выпало. Неловко было. Опасно было. Рит, ребят. Шардиком. Пойду низ под дефа. Парни, вы без меня и без тинкера выйдете. Станем. Похоже на фло, да? Подсейвишь, бро. У меня КД шар. Чё, распрыгни? Ай-яй-яй. Читаем, а плохой файт был. Тир 4 шмоточка, иди сюда. Телескоп, спел призма. Тебя выскочить могут, гу на базу. Чего бы я хотел, интересно? У меня просто. Получится дефать, то я поймешь. Ребятки-то рядышком. Гоу начнем играть чуть-чуть. 125 доп дальность, 100 доп дальность. Все это круче. Не надо нам соло уже сплететь, бегать. Нам надо с тинкером под раз. Парни, я очень сильный, просто потанчите их, я всех убью. Вижу, чекнули хорошо, скадя в процессе. Какой-то файт, никто их не отпустит. Я встану сейчас. Рубика гем.
Блин, ну не надо сплитить, опять фурион будет цеплять. Давайте ловить их, парни, я встаю. Давай, давай, ладно. Давай, вставай. Я сейчас на вижен. Хера. Там. Он убегает, как будто видит меня, не понимаю. Не могу подойти туда. Алло, тинкер. Алло, алло, алло. Тинкер, тинкер. Бежим, бежим. Офигеть, не встать. Ну это было очень больно, вы так не думаете? Чё, баится, нет? ТП когда? Откатится, банится. Помоги, брат, помоги мне! Свена? Хорошо, один, второй пошел. Дальше, дальше, ребята, не отпускать. Я мета деф. Нормально. Меня Свен, видите, первым убивает. Он понимает, что я самый опасный здесь. Я ж потом просто встаю и все. Дальше сзади держаться надо как будто. Ну что-то так это самое. Так неохота. Ну надо, наверное. На плюс. Стакнуть бы вот эту штучку. 42-я не рунка ли появляется? Право самец выкупается, да? Пришлось. Понял. Репортик. Не понял, поясни. Чё ж ты в тонкость? Я иду, братиш. Это взяли, 25-й близко. Выручку подрезали, того подрезали. Джем, 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 джем. Да ПТ-шку пока временно. Да летит курьерчи. Ты тут? О, я зацеплю фуриончик. Могу фуру тоже я-то зацеплю. Бегу, бегу, я тоже зацеплю его. Все цепляем. Да лучше вы пушить пошли уже. Чё-то не цепляется, пацаны. Ребят, надо пушить, чё отвлекаемся на фуфло всех? Героев нет, героев нет. Пойдём, пойдём, 50 секунд у нас ещё есть. ДДХ в топе. Ого. Взял её. Давай на меня прыгай. Давай, я тебе буду помогать. Ты забираешь ДД, сразу на меня прыгай. Че, ребятки, мы пушим, нет? Я у фронтлейне, но и не обезбаю. Давай, давай, мы идём. Сейчас Вен меня опять срежет. Не центри. Сейчас я тебе еще раз на реакцию проверю. На реакцию проверку делай. Ебать, БМ, что? Что проси? Я выбил, выбил БМ. Идите мне, ты пожалуйста. Мне, да? Далеко, далеко. Праймал байнулся. Надо подвыходить, парни, подвыходить надо. Идите, все, бай нажал, уйдите. Я очень жестко наваливаю, ребята. Йо, инвиз. Инвиз неуязвимость, я слышал. Ой-ой-ой-ой, ребята. Не отпустить вот этого. Отлично. Барак, барак со мной, бей, милиши. Все, я текаю. Там тинкер уже вряд ли поможет. Живет. Дазл байнулся. А что, на дазле байбек что ли нажал? Я не понял. Ну это репорт. Да, да. Ты нормально выбили у них. Сейчас тоже репортик получи. Класс. Ну, придется, а что поделать? Ребятки, я универсал. Все, как бы, сейчас дальше это самое, легче будет. Ты по девушкам и по парням? Универсал? Я максимально одобряю твой вопрос. Ну вот, у него жена и я. Это... Тоже одобряю. Возьмете в команду одобряющих. Ты с какой стороны пристраиваешься? Надо понять, где свободно. Да я неприхотливый. Ну таких мы одобряем. Для таких места всегда найдется. У меня нулик и всякие приколы тоже. У меня 300 с руки и еще креты сейчас собираются. А топорик-то есть? Что делать?
И как? Нету. А как? Ну это ошибка получается. А как? Я ж прям в упор к нему стою. Там не, нет варианта мне остаться внутри. Ну, понимаешь, не для всех есть место. Он, видимо, не такой свободный, как Дазл. Ну, на Свена, кстати, насрать у него ДС, если не будет. Он булочка. Го, короче, сейчас стакнемся, когда Тинкер появится. У них двух баев нету. Нам типа насрать на Свена, можно других убить. Я на базу бегаю. У них у Праймала, у Фуриона нет баев. Капец у меня дэмэджа, ребята, ёма. Как криты появятся, будет вообще финиш просто. Все, я готов. Я тоже, поехали, парни. Не будем откладывать долгие вещи. В идеале на рейд смог убить Праймала Фуриона и потом подраться. О, я смыкаюсь. Ищем героев нормальных. Вот хороший герой, можно прям туда идти на него. Я думаю, здесь сюда точно будет. Да, да, где-то здесь. Вот так, может, пойдем тогда. Вообще не спалились, ребятки. И потом они в боте будут. Так, может, зайдем с мида? Кто-то еще покажется здесь, нападем. Резонно. Блин, бред. Эти же телепорт, что ли, полетели? Да, смотрите, Сларк. На базе они сидят. Вардов. А, я в смоке. Не выскочил. Они все сзади были, получается? Они здесь тут все. А, не, они вообще тинкера почти ловили. Бля. Надо помогать ему. Да мы не можем особо. Тебе нельзя так делать на тинкере. Проблемы не очень. Ой, как тебе нельзя так делать. Все, он там. Он живет. Деремся. Праймал без БКБ. Без БКБ, без ульта, Праймал. Ты в тучу, бегу, в тучу, бегу, в тучу, ребят. Бей. Все, без он без БКБ, ГДС без ульта. Будет. Все, экшен. Nice. Саппорты. Опять хоть один. Забрали, да, у нас? Саппорты, где саппорты? Ё-моё. У нас опять гем выпавшие забрали, да? Не, у кого гео? Парни, без атекшена, ну как бы трудно, опять конечно. Опять Дазл заруинил. Утинкер гео. У меня репортов уже больше нет для Дазла, ребят. Ребят, сейчас уже каточка. Тинкер, ты чё без достоин? Ну, кстати, Тинкеру надо таскать, потому что у него же они рефрешатся, правильно? Тук-т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 ук. Кричи на нас. Пора взять гем, парни. Это он не нам. Да, да, давай, давай. Где гем? Дайте мне. Где гем? И чё ты его туда положил? Это дай допушили. Слушайте, я умру от Свена, нет, если он меня влетит? Как будто бы не должен даже уже. Пойдем, пойдем. Опа, 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 а чё, мы его отпускаем, что ли? Что-то вообще легко, да? Да, резко фулфокусная подъехала. Давай, 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 братиш. Поехали, поехали, он наш. Изи. Бля, Годзилла ебаная. Кого? А чё этот-то не собрался, не понял? Медленный герой, у меня 320 МС, а серьезно, ничего не забаговалось? Да, 320. Молодцы, ребятки, легко. Чай сейчас, согласен. Изи. Два рандома имба, короче. Спасибо. Восьмой, хорошо. Приятный левелок апнули.